шари. Пошел. Дайте дорогу. В сторону. Дорогу. Посторонись. Прибыл Батыр-Жоном. Встречайте Нояна. Добро пожаловать. Следуйте за мной. Как поживаете? Живы-здоровы. Садитесь. К анаракайским войскам прибавилось еще 2000 воинов. На восточном фланге 10 тысяч воинов наготове. Везде выставлены караулы. Мы контролируем каждое движение казахов. О чем думают казахи? С двух сторон стягиваются казахи к Анаракаю. Через 2-3 дня соберутся. С запада спешно выдвинулись два тумена воинов во главе с Луфсандайчином. Присоединяться к основным силам. Как по-твоему, сколько тысяч воинов выставят казахи? Не больше 15 тысяч. Вожди казахов никак не объединятся. В эту войну не все султаны ввяжутся. Тогда числом нас будет много больше, чем казахов. У нас есть пули и пушки. Но мы должны обезопасить себя на востоке. Проснется спящий дракон, и нам не позавидуешь. Главным полководцем назначаю Луфсандайчина. Слушайтесь его беспрекословно. Жонон. Прими мои соболезнования. Спасибо вам. Я жду от вас вестей только о победе. Прекрати. Скоро будем праздновать победу. С тремя туменами воинов мы быстренько сдерем с них шкуру. Несите вина. Выпьем за полководца Луфсандайчина. Принесите вина. Принеси мне голову Сартая. Арахымжана убейте. Будет сделано.